У вас было время еще раз все обдумать, и теперь все по порядку. Первой у нас выступала Дашенька. Дуэт Ира Галя. Ансамбль «Веснушечки». 4-5, 4-4, 4-5. Проводим ансамбль «Веснушечки». Спасибо большое, спасибо, спасибо. Удачи, я уверен, что эта сцена принесет вам удачу. Так, у нас первая выступала Дашенька, да? Значит, теперь, если мы вместе со зрительным залом и жюри попросим вас спеть фрагмент. Да? Что такое фрагмент, знаете? Да? Это не вся песня, а кусочек песни. Правильно я говорю? Ну, слава Богу. Так, если вам нужен зрительный зал, ритм, пожалуйста, командуйте. Только чуть-чуть вперед. Нужен. Русскую или английскую? Ну ладно, хорошо. Now I wait in the cold and this is getting on. No more stories, no more lies. Take me on to bed. When you see me in the cold, I look at the world. By my actions you should know. Как у нас в Курске поют, а в чем песня-то была, а? Ты у нас кто, Ира или Галя? Галя. Галя. Я все равно не запомню, где Галя, где Ира. Галь, о чем песня? Ну, ее поют Асусол, называется песенка. А-а-а. Тогда уже тематика понятна, песня, да, понятно. Да, ты знаешь, чем песня? Ты на меня не смотри, если бы я знал, я бы не спрашивал. Вот микрофончик у тебя есть, вот микрофон говори. Знаю. Рассказывай. Ну, я еще знаю. Еще одну знаю песню. Я тебя спрашиваю не про другую, я тебя про эту спрашиваю, которую ты пела. Асу поет английскую песню, она называется «Соло». Да? Ну, хоть такую информацию знаю. Так, спасибо большое, спасибо мы дуэту. Мы знаем перевод. А? И мы еще знаем перевод, только мы, я забыла первое слово. Так, девочки, не будем мешать выступать актрисе Дашенька. Город Тирасполь. Кошка черный заранёна, петь любил еще зелёна. Около полутора годам на все ноты и петь дом, на все ноты и петь дом. Оценки дуэту Алсу.
И Дашенька из города Тирасполя. 5-5-5-5-5-5-5 пятерки. Мы поздравляем Дашу, но тем не менее, наши аплодисменты, гром аплодисментов в адрес этого дуэта. Ира, Галя, Ермаковы, браво, 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 браво. И победительница. Даша Залевская. Город Тирасполь. Итак, названа первая победительница.